Господа, дуэль! Первым оружие выбирает Александр Сергеевич Пушкин. Здравствуйте. А можно мне по айбалу? Да, конечно. Вам здесь или с собой? С собой. Жите приятно. Ты чё гонишь? Ты что делаешь? Подними окно обратно. Я машину только помыл. Разводы остаются. Ты куда ноги поставил, а? Я машину только помыл. Постели, бумагу под ноги, чистые коврики. Стоять! Что опять случилось? Зачем ты руками вот тут вот дверь закрываешь, а? Разводы от пальцев остаются! Я только машину помыл! А как мне дверь закрыть, если не руками? Очень просто! Вентилятором! Все делается вентилятором! Я машину только помыл! Какие все тупые, а? Лучше радио послушай! В Санкт-Петербурге +5 солнечно, в Москве +7 солнечно, в Сочи, к сожалению, дожди. Какие нахрен дожди? Вы что, охренели? Я машину только помыл! Давай нормальную подумаем! Завтра в Сочи дождей не будет. Да потому что я машину помыл. Окно отпустите. Как ты это сделал? Ты кто такой? Я Джамбулат, кавказский маг. Давай выходи из машины, клоун. Я уже здесь. Права предъяви. Тяни любые. Запомнил? Клади обратно. Они здесь есть? Нет. Потому что они у тебя на лбу. Ты какой-то странный. А ну-ка пописи в банку. Я говорю, багажник открой! Опа! А что это у нас? Это мука. Ты меня что, за идиота считаешь? Наконец-то я приехал после работы домой. Самое время отдохнуть. Осталось поставить на зарядку телефон. Зарядить самокат. Зарядить рабочий телефон. Поставить на зарядку Apple Watch. Найти зарядку от iPad. Поставить на зарядку iPad. Поставить на зарядку наушники. Найти удлинитель. Поставить на зарядку MacBook. Поставить на зарядку колонку. Поставить зарядку на зарядку. Поставить зубную щетку на зарядку. Поставить бритву на зарядку. Поставить пылесос на зарядку. Самому сделать зарядку. Поставить iCas на зарядку. И пока вы ставили все на зарядку, уже время идти на работу! Пирожок брать будете? Да, давайте. Секундочку. Возьмите. Спасибо. Ай, блядь! Кто полицию вызывал? Кто полицию вызывал? Кто полицию вызывал? А?